Близятся всеми любимые светлые праздники. Уже 25 декабря католики всего мира, в том числе и в Беларуси, отпразднуют праздник Рождества Христова. В преддверии Святого Дня, в последнюю неделю предрождественского поста, который называется Адвентом, уже более 15 лет в Гродно пребывает Вифлеемский огонь. Он зажигается от негасимой лампады, которая горит там, где больше 2000 лет назад миру была объявлена благая весть – появление на свет Сына Божьего в Вифлееме. Вечером лампаду с частицей священного огня внесли в костел святого Франциска Ксаверия, главный католический храм Гродненщины, где во время торжественной мессы верующие зажгли от этого огня свои свечи, чтобы после занести их в свои дома и поделиться светом Божьим и символом единства со своими родными и близкими. Из Вифлеема огонь доставляют в Европу, где он распространяется среди верующих в разные страны. Это не только огонь, который светит у базиликах или у святынях, але так само принимают этот огонь и державные улады, у державные установы. Тем самым мы подкресливаем именно ту едность, братерство нас, как людей, але так само и отдаем пошану для Иисуса Христа. Каждый прихожанин также может прийти в храм в любое время, с утра до вечера, зажечь свою лампаду и занести этот огонь к себе домой или к тем, кто самостоятельно по каким-либо причинам сделать этого не может. Кроме того, лампаду со священным вифлеемским огнем верующие поставят и на столе во время ужина в сочельник, чтобы не только духовно, но и физически соединиться с тем местом, где родился Спаситель.